прахом своим. В густом толкоствольном осиннике я увидел серых два обхвата пень. Пень этот сторожили выводки опят с рябоватыми шершавыми шляпками. На срезе пня мягкую топкую лежал линялый мох, украшенный тремя или четырьмя кисточками брусники. И здесь же ютились хиленькие всходы елочек. У них было всего по две, три лапки и мелкая, но очень колючая хвоя. А на кончиках лапок все-таки поблескивали росинки смолы, и виднелись пупырышки завязей будущих лапок. Однако завязи были так малы, и сами елочки так слабосильны, что им уж не справиться было с трудной борьбой за жизнь и продолжать рост. Тот, кто не растет, умирает. Таков закон жизни. Этим елочкам...